Построить ракету-носитель для одного будет крайне тяжело, но вот для восьмиклассника Кирилла это дело привычное. Он уже год занимается ракетомоделированием в школьном кружке. Это одна из самых прогрессивных отраслей, рассказывает школьник. Освоение космоса, да и в принципе моделирование ракет можно применять в самых разных отраслях, не только в космической, аэрокосмической. И для государства это очень перспективное и одно из самых важнейших, я считаю, направлений. Вместе со своей командой Кирилл разработал прототип ракеты-носителя. Этот проект юные техники представляют на 11-м Всероссийском чемпионате воздушной инженерной школы МГУ. Об этом ребята рассказали во время научно-практической конференции «Через знания к звездам», которая была приурочена ко дню космонавтики. Когда он запустил ракету, он был в таком восторге, что Алексей Леонидович там, а можно, он прям вот, когда ты видишь вот эти какие-то эмоции, которые все дети веселые, радостные, но здесь что-то такое другое, совершенно взрыв какой-то. То есть он для себя открыл, фраза была такая: «Я наконец-то сделал первую настоящую вещь своими руками». И вот это вот, собственно, суть. На занятиях кружка по ракетомоделированию ученики с 5 по 11 класс получают уникальную возможность смоделировать практически настоящий ракетоноситель и потом запустить его. В дальнейшем ребята могут показать свои навыки в таких серьезных конкурсах, как чемпионат воздушной инженерной школы МГУ. Но самое главное, наставник сумел пробудить в детях желание создавать новое. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».